На Новоастраханском шоссе сотрудники госавтоинспекции Саратова останавливают водителя на машине марки Nissan. Однако мужчина предпочел другой вариант развития событий и, проигнорировав законное требование полицейских, попытался скрыться. В какой-то момент он бросил машину, но вскоре был задержан. 24-летний мужчина оказался нетрезв. Факт подтвердился при прохождении медицинского освидетельствования. Кроме того, установлено по базам данных, что водитель ранее не получал водительское удостоверение. В отношении молодого человека составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Судом ему назначен арест сроком на 12 суток. Автомобиль нарушителя перемещен на штрафстоянку. Госавтоинспекция Саратова напоминает автолюбителям, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими, ведь пьяный водитель представляет собой угрозу для окружающих. О фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения просим незамедлительно сообщать по телефону 02 с мобильного 102. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.